Почему-то на улице теплеет, дома холодеет. Сегодня 4 декабря. Пошла я на выборы. За кого буду голосовать, вам не скажу. Но сразу говорю, что не за Единую Россию. Принципиально. Нет, за них не буду. Что я вам хочу сказать? На выборы я сходила. У меня сейчас просто настал или начался, как правильно, не знаю, такой этап в жизни. Ну, начинает потихоньку осуществляться моя заветная мечта, которая у меня была с 14 лет. Сейчас в связи с этим получается очень-очень много дел. В общем, времени вообще никак что-то снимать не хватает. Поэтому дни мамочки я снимать тоже больше не буду, потому что нет такой возможности, чтобы сидеть. Вот. Ну, по мере возможности буду выкладывать какое-то, если что-то интересное будет случаться, буду снимать и выкладывать. Ну, каждый день у меня сейчас просто нету возможности снимать, потому что постоянно куда-то надо. То есть вообще не до этого. Вот. И, естественно, с Нового года видео выложу. И ребенок у меня капризничает. А еще, когда мы поедем в одно место, я уже говорила, какое место мы поедем в январе, то я обязательно сделаю видеоотчет от и до, как мы зайдем на поезд, даже придем на наш вокзал сначала, и все будет от и до, от начала до конца. Это обязательно, все, ждите. Сейчас даже скажу, когда. Ну, числа, наверное, 25-го, в конце января, короче. Вот, кому интересно. А так, еще раз говорю, кто проживает в Краснодаре, пишите мне, мы с вами встретимся, созвонимся, погуляем. Буду очень рада. Вот. Не забывайте меня уж. Ладно, до скорых встреч. Пока-пока. И теперь я самая-самая счастливая вообще на этом свете. Потому что надо поверить. Поверить надо в свои мечты. Поверить. И все будет. Все будет. А еще, помните, я загадывала желание? И представляете, ну с 14 лет я ждала. Представляете, вот загадала желание, когда было 11-11-11. И оно сбылось. Я вчера целое утро от счастья плакала. Ну, честно, вот от счастья ни разу еще не плакала. Вот честно, я даже когда Лялечку родила, Веронику, Вику, у меня, конечно, это вообще что-то такое прям. Но я все равно не... А тут, понимаете, плакала целое утро. Я уже не могу поверить. Я не могу, мне не верится, что да, наконец-то это все случилось. Никогда не нужно отпускать руки. Никогда не нужно отпускать руки. Я это поняла. Если вы хотите чего-то добиться, обязательно этого добьетесь. Ух, ладно. До свидания. Пишите мне, буду рада.